Всем привет, вы на моем канале. Сегодня будет стирка пледа. Вот. Такой небольшой плед. Ну, довольно-таки теплый. Вот. Вот я его поместил в машинку. Машинка не битком, я могу так сказать. То есть еще место есть, как вы видите. Вот. Сейчас как бы его хорошо здесь распределить. А то как-то, видите, он запутан вот здесь вот. Нужно же правильно загрузить, чтобы он хорошо, хорошо выстирался. Потому что вот надо как-то свободно, чтобы он там внутри был. А не как-то, вот знаете, не запутанно и не битком. Только не знаю, как это сделать. Вот. Ну, попробуем сейчас как-нибудь его правильно загрузить. Вот. Так вот, что ли, не знаю. Видите, все равно как-то получается не... Ну ладно, я сейчас загружу, потом уже включусь. Так, ну вот, я его вместил. Кое-как, ну, почему кое-как? Потому что все-таки, да, ну, надо же как-то его хорошо расправлять. Ну вот, еще раз покажу, что там еще есть место. Так что плед не битком. То есть, ну, как бы не все забито не битком, еще есть место. Все, закрываем машинку, открываем порошкоприемник и насыпаем стиральный порошок. Использовать буду уже новый стиральный порошок, который я сюда пересыпал. Это Ариэль Колор аквапудра. Вот. Сейчас его побольше насыплю, но это еще не все. Потому что плед я стирал в том году летом. Вот, поэтому его нужно хорошо выстирать. Да, он грязный. И стирать будем мы на 95 градусах. Вот, и вот еще вот так вот. Я бы даже еще насыпал, потому что это мало. Все-таки. Ну, вот так вот все. Так, и кондиционер я сейчас залью Ленор лаванда. Вот столько я заливаю Ленора, тоже не очень мало. Заливаю прям, ну прям сразу в целом. Все. Закрываем порошкоприемник. Так. Включаем стиральную машину и программа. Вот она последний раз на отжиме стояла. Вот. Просто вчера она мне не доотжала. Вчера я стирал детские покрывала, постельное белье стирал на 95 градусах на хлопке. Вот, на хлопке вот так вот я стирал вчера. Вот. А потом, то есть я сначала первую партию постирал здесь и вторую партию. Так, закрываю, чтобы никто не мешал. И вторую партию я стирал вот уже на БУ. Тоже не на хлопке, а на пеленках, тоже на 95 градусах. Вот. Но плед тоже буду на 95, потому что... Почему? Потому что скажу. Потому что как бы у нас это... у нас кошка, и вот, знаете, вот у нас какие-то непонятные как блохи, я не знаю, именно по стильному на этих пледах, поэтому мы сейчас все стираем на 95 градусах. Ну, как-то нужно все это вывести, поэтому все включаем. Вот. Сейчас она, конечно же, будет взвешивать. Я бы поставил бы на детские вещи, на этот режим, и с паром в целом, и все классно, но там воды как-то по мне маловато именно при стирке, поэтому на хлопке все-таки будет побольше, тем более это плед. Поэтому, так вот. Так, начинается взвешивание. Сейчас машинка будет взвешивать. Так, машинка взвесила, 2:22 время. Вот, ну посмотрим, сколько еще наберет воды. Ну, воды будет немало, потому что все-таки плед. Можно было вообще поставить на постельное белье, там вообще много воды. Но мне нужно именно на 95 градусов, чтобы это все выстиралось. Так сказать, прокипятилось вот этот плед. Он, соответственно, и грязный, ну и чтобы как-то, знаете, да, в горячей воде все. Так, все, начался набор. Машинка набирает воду. И потихоньку смывается порошок. Вот.
Конечно, сейчас бы не помешали, знаете, какие-нибудь форсунки, как, например, там Bosch, либо LG, чтобы, знаете, все это сверху поливалось и, соответственно, лучше намокал. Вот. Это вот на хлопке бесит то, что она все-таки как-то вот она, видите, останавливается и все. Вот, вот. И вот так вот стоит. То есть вот уже под конец набора воды. Здесь, потому что на других программах она крутит до последнего, можно так сказать. И тут просто, видите, стоит. Все, набрала воду. Ну, конечно, воды очень мало, потому что, видите, плед даже не намок. Она еще будет это точно добирать. Раз 10, наверное. Это точно. Сразу же добирает еще. Так, кстати, хотел показать еще новую покупку. Ну, тогда я показывал, тут, соответственно, у меня Вернель тут стоит до 140 дней. Просто, видите, сюда как-то нехорошо, ну, не стоит он здесь, не помещается, вот. Ну, а из новых покупок это у меня Тайд Аквапудра, так как я очень, ну, как бы, давно не брал Тайд. Последний раз брал в октябре, по-моему. Ой, господи. Вот такой вот Тайд. И взял именно с Ленором. С Ленором я вообще, наверное, года 2-3 не брал. Не помню даже, когда брал с Ленором последний раз. Вот, поэтому решил взять с Ленором. Тайд Аквапудра, аромат Ленор, колор. Вот. Ой, запах вообще такой ностальгический. Реально, запах ностальгии. Вот я прям вспомнил именно Тайд с Ленором. Еще у меня старая машинка была, вот реально ностальгия. Вот. Ну, в целом я доволен, хотя я хотел взять обычный Тайд, но, к сожалению, обычного Тайда уже нету, то есть уже везде аквапудра. У меня персил стоит уже, вот. А, кстати, морские минералы у меня Ленор кончился, вот у меня покажу в пустых баночках. Вот. У меня дофига уже, знаете, Леноров, тут вон у Вернелли, хотя Вернель один. Тут еще у меня Ленор от Кутюр, который тоже уже давно здесь стоит. Там капсулы. Это порошки у меня тоже. Не знаю, как-то я коплю, и вот я даже не знаю, снимать ли вообще это пустые баночки, не снимать. Не знаю даже. Вот. Ну, наша стирка продолжается, плед до сих пор еще не намок, но она все добирает и добирает. Но смочить никак не может. Так, началась фаза насыщения. Вот, полезла пена сразу же, но все равно, видите, плед сухой, ну просто, ну внутри вообще кажется реально сухой. Это вот плохо, конечно, да. Зато пена дофига. 2:15 время, вот. Конечно, еще будем добирать. Я, по крайней мере, так надеюсь. Машинка остановилась, и воды нету вообще, мне кажется. Ну, вообще. Просто воды ноль. И она почему-то вообще не добирает. Это вообще какой-то прикол. Дальше крутит, и все. И все вообще. Ну, я не знаю. Ну, посмотрим. Еще, соответственно. Идет процесс стирки. 1:38. Воду она еще, конечно же, добирала. Но вроде бы плед уже весь намок. Вот. Машинка уже нагрела. Видно, стекло запотевшее. Но стекло какое-то, видите, не очень горячее. Все-таки не до конца она догрела. То есть руку можно держать. Вот, а место, как видите. Ну, я говорю, что плед не битком. Место еще есть, и это хорошо.
На хлопке 95 градусов она как-то, я заметил, не так уж сильно крутит. То есть, как бы, ну не сильно, она недолго выкручивает. Вот. Воды в целом, я думаю, нормально, потому что я даже ее открывал, смотрел, там вот вода, там манжеты просто как бы. Плед в целом намок, все хорошо. У нас начался промежуточный отжим. Первый промежуточный отжим со стирки. Машинка уже вот разгоняется. 56 минут осталось. Вот. Разгоняется. Ну, в целом-то она в основную часть воды отжала, поэтому, думаю, сузлоков никаких не будет. Так, машинка разгоняется на максимальные обороты. Так, началось первое полоскание. Машинка отжала, вот набирается вода на первое полоскание. Пятьдесят три минуты осталось до конца стирки. Плед потихоньку намокает. Посмотрим, сколько будет воды на полоскании. Конечно, надо было все-таки включить супер полоскание, чтобы было побольше, чтобы воды было много. Но ну, посмотрим, сколько сейчас будет воды. Плед там уже сверху видно намок, но середина еще, конечно, сухая туда. Так, ну вот видно воду, то на вода уже в манжете, ну много набрала, конечно. По крайней мере, плед намок. Это видно. Такой мокрый уже весь. Да, конечно, видно. Тяжеловато машинки крутить, но... Ой, неудивительно, конечно, да. Надеюсь, после этого машинка... выживет. Будем на это надеяться. Хотя сколько, да, это уже помню, над ней издевался, но... Ох, да. Ну, на этом я уже буду заканчивать видео. Поэтому, кому понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока.